Это, конечно же, богатая культурная программа. Здесь проходят концерты, встречи, беседы. Беседы с духовенством, встречи с представителями казачества, местного казачества, приехавших казаков в гости. И также здесь можно познакомиться с элементами казачьего быта, с казачьей культуры, прийти вот сюда к нам в казачий уголок, подержать в руках нагайку, подержать в руках шашку.